Кажется, кому-то нужна помощь. Теперь выясню, что эти танакты здесь делают. Твой приказ. Только в нем не говорилось о других машинах, находившихся прямо за камнями. Но я не приказывала ни... Полага, как... Это... Рига, мы дал... Рига, ты... В... Ест... Раз Ригала нарушила свой долг, почему мы ее не слышим? Драка и Яра уже здесь. Ты их предводитель. Ты... А я? Неужели... О. Если вы... А сколько... При... Яр... Де... И ты скажи... Я... Это был... Тогда сры... Ты хочешь... Я видел. Тогда мы... Бой с вами. Новые... Заметили. Ах, как же давно я об этом мечтал. Нападут свои враги. Я не стану тебя щадить, солдат. Я даже не почувствовал. Даже дети умеют бить больнее. Все кончено.
Ну же. Как долго я должна ждать? Я все ближе к местоположению эфира. Гея сказала, что он обосновался в каком-то процессе. Пожалуй, оставлю при себе. Превратили их в крепость? Может, эфир внутри? Отыскать его будет непросто, если там повсюду воины Тенат. Она нанесла нам удар на посольстве. Это правда. Может, Регал... Ее... Сприт... Не... Вы... Огнь... Да ты при... Не... Все... Это... Да. Что ж... Он идет. Оно повреждено. Запись неполная. Десятые были храбрыми солдатами, верными своему отряду и своему долгу. И когда битва звала их, они взлетали в небеса и прыгали навстречу славе. Все Тенат стараются поступать так же.
Пока не было одного вождя, это то немногое, что объединяло все кланы. О том, как десятые вели войну с врагом в жаркой пустыне, где никто не смог бы выжить. Но вопреки всему, они сумели. И пустынники поступают так же. Ты должна была пройти по их землям по дороге сюда. Да. Они довольно жесткие. Они сочли бы это похвалой. На войне десятые забирались на отвесные скалы и сражались в снег и метель. Они делали все, чтобы защитить свой народ. Они были непобедимыми? Нет, не были. Но видения говорят нам об их силе и отваге. А это главное для истинных солдат. Небесники почитают это видение больше других. Они поселились в горах к северо-западу отсюда. Солдаты в джунглях. Те самые десятые? Мой визор может засечь маяки черных ящиков. От врага в С его помощью я смогу найти остальные. Подходящий момент для атаки. Вождь внутри. Готово. Хорошо. Я сделаю это, но не... Ты поговори... Поговорим. Хикару сказал, ты... Шериф будет ждать у скального кряжа. Уже придется помочь Хикару, чтобы добраться до эфира. Надо найти шерифа Каталу у скального кряжа. На машине доеду быстрее.
Говорит Ромео, доложите обстановку. Борт 41, измените курс, чтобы уклониться от роя. Поняли. Прием. Борт 41, подтвердите. Лучше обойти стороной. Морозильными снарядами я ее быстро сделаю.
мой шанс! Результат. Обязательно пригодится.
неизменное качество. Уже эта деревня, о которой говорил Зобка. Все поселение затопило. Возможно, виновата буря. Интересно, есть ли выжившие. Нас кто-нибудь слышит? Где вы? Мы застряли в башне! Потоп залил дорогу назад! Наверху есть лестница, но нам не достать! Ясно. Я найду, как к вам добраться! Надо добраться до лестницы на верхушке башни. Если заберусь на соседнюю, может, удастся перебраться? Вряд ли это можно потянуть. Отлично. Теперь осталось только залезть на вершину. Оттуда я смогу перебраться к выжившим. Обсохну по дороге.
На другой башне есть лестница. Я смогу перепрыгнуть. Все живы. Пытаться бесполезно. Должно сработать. Вот! Вы сможете выбраться! Спасибо! Мы сразу пойдем на берег. Так, нужно найти дозорную башню на севере. Держитесь! Я что-нибудь придумаю! Нужно помочь Танак спуститься с утеса. Этот старый кран подойдет. Если сдвинуть его в нужную точку, можно соорудить мостик. На всех камнях есть огнеблеск. Если подожгу его, он расчистит путь для крана. На том холме еще выжившие. Может, найти-ка там? И готово! Вот ведь стрелу что-то заклинило. Надо забраться и посмотреть. Huh.
Если отцеплю те кабели, стрела должна опуститься полностью. Десятых. Как тебе это удалось? Не знаю, как ты это сделала. Выжившие на сторожевой башне. Thank you.
Вот так. Теперь Тенакт в безопасности. Мы спускаемся! Все в порядке. Все. Кажется, я нашла всех выживших. Они сказали, что встретятся с какой-то Натикой на берегу. Надо найти ее. Отдыхай. Я на эйбу обвинту. Ты я пскат. Но все я ты еду. Попробуй найти я у дереки. Мы он с его. Вы это древ на и лишь пола. Что и сперва она выставить пару солдат в караул. Старая шахта. Обломками завалила вход. Может, Кентука унесло туда селевым потоком? Надо расчистить вход и попасть внутрь. Посмотрим, что там. Спокойно. Тут водопад выливается откуда-то. Надо забраться повыше, чтобы найти источник.
Вода течет из-за той решетки. Источник воды не здесь. В стене с той стороны есть какие-то железки. Попробую вытащить их оттуда. Слишком далеко. Водопад, который я видела внизу, должен начинаться где-то здесь. Осталось найти источник. Оттуда. И я могу пробить стену обнаружить. Тогда вода все здесь закрыта. Он будил нас на тренировке еще до рассвета. Ничто так не отгоняет сон, как пара ударов по ребрам.